Друзі, 11 листопада у Миколаєві пройде благодійний аукціон «Подаруй життя». Про організатора цього аукціону, художницю Ірину Чайку, сьогодні поговоримо у нашій постійній рубриці «Ранок чудових людей». І зовсім скоро, вже за декілька хвилинок, героїня сюжету завітає до нашої студії. Возле воды проводить время в семье, вот обязательно. Подпитываться энергетикой вот от природы, от нашего города. У нас замечательный город, талантливых людей, поэтому у нас все получится. Ірина Чайка, вік 38 років, місце народження, місто Миколаїв. Освіта – вища, викладач, художник, майстер декоративно-прикладного мистецтва. Знання іноземних мов – іспанська, англійська, німецька та французька. Хобі – збирання трав для авторських чаїв, піші прогулянки. Дитяча мрія – займатися кінним спортом. Девіз у житті – на гребені хвилі. Художниця, картини якої можна назвати живими, учасниця багатьох виставок та аукціонів, що організовують з метою збору грошей для хворих дітей. Ірина впевнена, якщо почати змінювати світ з себе, то інші теж так вчинятимуть. Головна ціль – це яка? Помочь дітям, правильно? Щоб наші діти не боліли. І, як би... Я мама двоих детей. Если я в силах помочь, да, я художник, то почему бы и нет? Я считаю, что как бы чужих детей не бывает. А почалось усе з народженням діток. Ірина з тих мам, яка хоче дати своїй малечі все. Вона захопилася розвивати їх таланти і в результаті знайшла своє покликання. Вот потихоньку із дитячих рисунків я почала писати уже картини. То есть мне захотелось писать масло. Писала не одна, дети всегда были рядом. У детей тоже есть свои картины. И дети мне пишут масло. Усі роботи майстрині наповнені енергією життя. Жінка виросла біля моря, тому тема Марини пронизує всі її картини. Зараз Ірина захопилася птахами, бо в них вбачає свободу і легкість. Без моря я не можу. У нас, слава Богу, в Миколаєві теж дві ріки, вода, стихія води, вона ж вдохновляє, розкриває. А вода – це завжди небо. Я – воздушний знак, і мені от воздух – це моє. В картинах теж стараюсь передати от цю атмосферу воздуха, води. Якщо ретельно розглядати роботи художниці, то виникає відчуття, що вся природа картини оживає. Жінка пише з натури і з чистою душею. Таким чином Ірина наповнює їх енергією. Я люблю писати з натури. Приїхати в місто, да, на природі і писати це місто. Тому я, звісно, мечтаю, от, мені би хотілося, я писала море, от, чесно, хочеться спробувати пописати океан з натури. Ось така вона – світла, талановита і мрійлива. Зараз Ірина плідно готується до нового аукціону і пише картини, щоб одним подарувати красу, а іншим – здоров'я. Тож, друзі, як і обіцяла, наразі поспілкуємось із героїнею з попереднього сюжету, з Іриною Чайкою, організатором аукціону «Подаруй життя». Я рада всех приветствовать. Хочется немножко рассказать о нашем аукционе. До него осталось чуть больше суток. И рассказать масштабность этого мероприятия, так как оно проходит второй раз у нас в городе Миколаєві. В первый раз у нас были два спонсора, а в этот раз у нас их намного больше. То есть это говорит о чем? Что больше людей к нам присоединяется и хотят помочь нашему делу. Помимо того, что у нас большой состав, увеличился состав и художников. И художники со всей Украины уже нам дали свои лоты, предоставили. А по поводу самого мероприятия завтра, вот я так хочу небольшой сделать анонс, чтобы привлечь наших потенциальных покупателей и рассказать чуть-чуть о тех людях, которые помогают нам. У нас в этот раз будет два ведущих. Это Игорь Юровский и Светлана Никора. Это замечательные креативные люди, которые будут вести это шоу, потому что это действительно будет шоу. У нас два модельных агентства, да, такой тоже интересный формат. Потом два сладких спонсора.
І тож гості, запрошені на ваш аукціон, зможуть насолодитися ще й солодкими подарунками. І не тільки. Вони, во-первых, цікаво проведуть время. Даже не тільки вот гості, да, у нас как бы будуть і гості, і покупатели. Гості, ми виділили дві зони: зона гостей, зона покупателей, щоб людям було комфортніше, тому що многие художники, вот у нас члены союза, такие как Дмитрий Артым, они первый раз принимают участие. Нам очень приятно, что к нам присоединяются художники с именами. Им будет, я думаю, интересно прийти и посмотреть. Поэтому мы специально для них выделили зону гостей. Я думаю, нашим телеглядачам наразі цікаво дізнатися саме про аукціон і як виникла ідея його створення минулого року. Ну, ідея була у президента фонду содействия дітям. И в том году мы собирали деньги на детскую офтальмологию. То есть в Николаеве как бы опыта нет, опыта проведения аукциона. И почему я стала соорганизатором таким внегласным, внештатным? Потому что я знаю художников, я достаточно активно сейчас работаю в этой среде. И я видела, допустим, что организатору нужна помощь. Это была моя личная инициатива, и так получилось, что на сегодняшний день я уже плотно занимаюсь организационными вопросами. В том году мы насобирали 166 тысяч на детскую офтальмологию. Шамала сумма. Да, но в этом еще в два раза больше. И дело в том, что мы в том году купили частично оборудование. То есть у нас было несколько аппаратов, которые нужно купить, а в этом аппарат один. И он один стоит 300 тысяч. Поэтому так много усилий мы прикладываем, чтобы купить именно, чтобы насобирать данную сумму. Хто приєднався до ваших гостей, учасників аукціону? Да, смотрите, я принесла такой, это мой рабочий каталог. То есть мы даже подготовили каталоги для наших гостей. Мой рабочий, потому что мы без обложки. Вот. У нас количество лотов очень большое, и как бы цены мы в этом году поставили ниже, чем в том. Для чего? Тут такой есть момент игры, потому что аукцион – это всегда игра. Люди делают ставки, поднимают ставки, перебивают ставки друг друга. Поэтому, чтобы нашим покупателям было интересно. Да, мы даем возможность вырасти. Нам очень интересно, что будет. У нас, допустим, принимают участие, и этот аукцион – это хороший такой момент для молодых художников, которые еще неизвестны, зарекомендовать себя. У нас есть и дети, 15 лет, да, и студенты, которые первый раз, допустим, выставили свои работы у нас в выставочном зале. В этом году у нас даже была предаукционная выставка, чего не было в том году. То есть можно было прийти, она длилась 10 дней, посмотреть на лоты, ознакомиться с тем, что мы предлагаем. Як можна приєднатися до вашого аукціону, стати потенційним покупцем? Смотрите, даже на сегодняшний день ознакомиться с картинами можно у себя дома. Зайти на сайт «Дети МК». Это сайт организации, да, «Помощь детям». И второй вариант. Вы приходите к нам на аукцион 11 числа, я вас приглашаю, в субботу. В музее Верещагина 2 часа дня. У нас начинаются торги. В якому форматі буде проходити даний аукціон? Скільки часу за хронометражем ви плануєте? Да, наші ведучі іменно готуються по секундомеру. Потому что подготовка очень серьезная. Конечно, у нас могут быть и промахи, ну, да, даже не промахи, потому что все учесть невозможно. Поэтому не судите нас строго, но мы стараемся, скажем так. Если кто найдет какие-то недочеты, мы выслушаем мнение, принимаем помощь от всех. Я думаю, варто повернутися до вашої підтримки. Ви сказали, що у вас будуть солодка підтримка, да, підтримка солодка з боку модельних агентств. Розкажіть нам, будь ласка, що ж моделі будуть робити на аукціоні? Ну, це такий секрет небольшой. Тобто хоч трошки привідкриєте завісу. Привідкрию, да, два модельних агентства. У нас будуть моделі і взрослі, і моделі діти. Вот, они тоже готовятся, они тоже стараются. Мы стараемся, чтобы всем было комфортно, и гостям, и тем детям, которые придут работать на аукцион, вы понимаете? То есть дети работают во благо других детей, и наша задача насобирать на этот шейкер для тромбоцидов, потому что наши врачи самые лучшие, они все могут, им просто не хватает достойного оборудования. Чем еще будете добывать участников аукциона?
У нас будет диджей, который будет, да, я, к сожалению, не помню имени, потому что моя задача – это работа с художниками, с картинами, потому что это моя среда, я в этом хорошо разбираюсь. Поэтому, ну, будет много интересного, приходите, я вас приглашаю. А те, кто не смогут прийти, все телевидение города будет у нас, мы тоже предоставили вам комфортную зону, чтобы у вас был хороший отход для камер, чтобы вам было удобно снимать, работать. А, и фотограф у нас тоже очень хороший, Александр Сайковский. Все спонсоры, они безвозмездно нам помогают. И в ходе аукциона, в ходе подготовки к аукциону у нас были три выездных пленера. У нас есть еще тайные спонсоры, которые пожелали остаться инкогнито. Они профинансировали наши пленеры. Это когда художники собираются и выезжают. У нас был выезд в Харчатовский лес, мы писали там картины. Выезд в Пороги Мигеи. И вот оттуда мы привезли картины, да, творческий центр художественный нам помог с материалами, предоставил. То есть нам даже вот такая серьезная помощь. Я думаю, що дійсно такий захід, такий благодійний акціон заслуговує такої великої підтримки. Чи буде можливість якось віддалено від аукціону також брати участь у торгах? Чи, можливо, можна робити якийсь передзаказ, сказати, яку максимальну суму ти готовий надати? Да, у нас в том году так один или два человека купили картины через президента фонда, она вела с их разрешения торги. Плюс в том году наш мэр Синкевич, он включил онлайн-трансляцию через Facebook и продал 11 работ с помощью своих депутатов. Они подключились и купили 11 картин. То есть у нас будет онлайн-трансляция, Алена Дьяченко будет вести эфир через Facebook, то есть можно и так купить онлайн, у кого нет возможности приехать. То есть мы постарались максимально. Що ж, друзі, я думаю, якщо є бажання допомогти дітлахам отримати їм такий подарунок для офтальмологічного відділення, варто приєднати для онкологічного відділення. Я думаю, варто нагадати, на який препарат ми збираємо гроші і влаштовуємо цей благодійний аукціон. Это шейкер для тромбоцидов. Насколько вот я сейчас постараюсь объяснить, в отделении детской онкогематологии проводят химиотерапию. И там возникает нюанс с кровью, который требует срочного экстренного переливания крови. И чтобы кровь правильно подошла, ее заказывают из нашей станции переливания крови. То есть машина едет 20 минут. Иногда этих 20 минут не хватает, чтобы она доехала, и ребенок истекает кровью и умирает. Если будет стоять у нас шейкер, то есть тут же будет делаться переливание, и все будет хорошо. У нас, кстати, на аукционе будут дети, которые в ремиссии, которых спасли, от которых отказался Киев, и наши николаевские врачи спасли их. Они были на открытии у нас выставки и придут на аукцион. Да. Так что у нас есть опыт, нам просто нужно оборудование. Друзі, долучайтеся до благодійного аукціону «Подаруй життя». Варто допомагати нашим ближнім. Хто ж, як не ми, може допомогти нам самим. Я нагадую, що сьогодні до студії «Нового дня» завітала художниця, організатор аукціону «Подаруй життя» Ірина Чайка. Дякуємо вам. Дуже.